Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 750. Семен Новый Богослов говорит, что Дева Мария дала Христу плоть и человечество, а он ей божество. Эти слова Богородичный центр приводит в свою пользу, обожествляя Мать Христа. Правы ли они, используя мысли святого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне приходилось много, почти все, издаваемое этим центром, читать. Это заблуждение с натяжкой можно назвать ересью. То есть они не дотягивают даже до этого звания. И речи их, и писание безумное абракадабра. Как у Порфирия Иванова. Бред сумасшедших. С ними ни о чем говорить по писанию. Все бессмысленно, грубо, невежественно. В этих словах Симеона не сказано, что Божья Матерь стала божеством, но он ей дал божество, то есть вошел в нее божеством, и ничего более из этого изречения взять нельзя в пользу безумия суеверов.